Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня будет новый журнал, такой интересный, как «Противостояние. Первый мститель». Альбом для наклеек. 15 наклеек в стартовых предлагают нам. Так, здесь вот такие наклеечки. Я уже на некоторые поменяла. Ну, в основном я на кучу поменяла наклеек, так как не хотела я покупать блок. Долго едет. И не очень хотела собирать эту коллекцию, но что-то смотрю, у всех есть. Решила поменять на все, что у меня есть, на то, что у них есть. Так, первый у нас это Капитан Америка. Тут у нас в коллекции 204, кажется, наклеечки. Из них там 38 в плакате, но они все обыкновенные и составные. Вот такие. И есть у них блестящие, какие-то рельефные, и еще с красной окантовкой. Такие специалки. Вот сюда, мне кажется, наклеиваются. И довольно журнал, как бы сказать, пустой. Череп и кости. Но в плане вот, пустой. Ни рисунка, ничего. Просто обыкновенные. Но с наклеечками будет интереснее. Вот такой. Тут у нас, конечно, журнал, благо, на русском я нашла. Так. Закавянский договор. Подожди, правильно говорю? Закавянский договор. Генерал Тадеуш Росс. Госсекретарь США. Господи. Так, это у нас причины для беспокойства. Это у нас... Агент Наташа, как там ее, Черный паук. Так, также тут Черная пантера вроде бы. Все из фильма. Я его не смотрела, все, что мне не очень нравится такой расклад, и герои друг между другом дерутся. Тут одни специалки, как видите, вроде с красной окантовкой. На чьей-то стороне здесь у нас... Половина Капитана Америки, половина Железного Человека. Вот кто за Капитана Америки, вот кто за Железным Человеком. Если кто смотрел фильм, знает, чем он... Кто выиграл. Если честно, я точно не знаю. Команда Капитана Америки. В команду входит Ястреб. Не знаю, кто тоже... А, нет, это Соколиный Глаз. И там, наверное, мне казалось, Наташа тоже заходила. Это не Наташа. Так, это у нас уже 5 Капитана Америка. Это у нас просто как бы серединка. Это у нас Капитана Америка. Тут вот такие составные и обыкновенные. Где они борются между друг другом, жесть человека Капитан Америка. Так, это у нас сторона Железного Человека, где также все борются. Зачем между собой героями бороться? Лучше бы между... Тут вообще-то клево. Тут вот Капитан... Да, Капитан Америка, а здесь Железный Человек. Так, вообще клево сделали, да? Так, это у нас Железный Человек, Капитан Америка. Я так посмотрела на клеечки, здесь одни его, типа, грудь или голова, грудь тоже, опа, ноги. Одни специальные, блестящие. Это у нас Алла Ведьма, Зимний Солдат. Это вроде бы из настроения Капитана Америки. Это Сокол, тоже на стороне Капитана Америки, Человек-муравей. Здесь у нас Агент 13. А, она Агент 13. Вот она тоже за Капитана Америки. Соколиный Глаз вроде бы, да, тоже. Тут уже сторона Железного Человека. Ну, Железный Человек не очень интересен, только его красный костюм и все. На его стороне
такие не очень известные для меня герои. А нет, вот агент Наташа есть. Черная пантера. А это кто? А, Вижн. И кто там еще? Так, что тут у нас? Железный, конечно, человек. Вот столько у него спецов. Наверное, тоже где-нибудь голова, там этот, плечи, торс, жопа, ноги и ступни. Надо посмотреть. Здесь у нас черная... А, черная вдова, она не черная, этот паук. Тут про нее рассказывается. Наташа Романов, черная вдова. Одна из самых преуспеваемых и опасных агентов щита. Это у нас Вижи. Мне казалось, он Вижен. Вижен. Существо с искусственным интеллектом, имеет высокоразвитый... синтетическое тело. Вообще ничего не так. Воитель. А, это друг Тони Старка. Джеймс Роуди Роудс. Полковник ВВС США. Так, черная пантера. Гчала. Принц Ваканды. Кстати, у каждого есть его знак. И тут у нас конец гражданского. Она начинается. Сейчас должен быть конец. И посмотрим наклеечки также стартовые. Прикольные. И посмотрим то, что я поменялась. Конечно, я за кадром буду клеить. Потом в следующем выпуске сколько у меня там наклеечек еще едет. Посмотрим уже, как мне вклеится. Тут в основном почти один обмен и несколько наклеечек я покупала. Еще очень давно, когда не думала, что буду собирать этот журнал. Так, это у нас Тони Старк. Вот они. Агент 13. Вот они какие-то рельефные. Это у нас Калина Глаз. Ну, тут же края немножко потертые. Давнишняя, 15-го года коллекция. Так, составная Капитан Америка. Сокол. Так, тут получше видно. Еще. Агент Романов. Это у нас Железный человек. Зачем одни и те же делать? Ненавижу это. Вон, одинаковые. Только одна больше, другая меньше. Ух ты, Вижн. И Пантера. Так, это самая первая. А, как Капитан Америка. Да, первая. Так, простые вот сюда просто буду класть. Наташа. Чё это? Красная ведьма. Соколиный глаз. И еще соколиный глаз. Опять это красная. Агент Роман. Так, и что, с конца пошла? Нет, сначала. Капитан Америка. Череп. Череп. Наташа. Вот у нас красная окантовка еще клевая. Блестящий череп. Так, опять. Еще череп. Еще череп. Там Америк схватил череп. Это ванна из зубов вспомнила. Составная. Фоновая.
Специалка. Еще специалка. Еще специалка. Так прикольно то, что сверху Капитан Америка, а снизу Железный Человек. Друг против друга. Соколиный глаз. Не помню, как уже его зовут. Так, это у нас... А, Человек-муравей. Капитан Америка. Капитан Америка блестяшка. И также составная. Вот дальняя часть. Так, Стив. Уф, как он тут брутальный. Вот, а, вот как раз они из части Капитана Америки сначала. Значит, щит. Потом торс. Это все специально. Пойдем, да. Там еще где-то обыкновенная Ванда. Составная из 4 частей. У меня, к сожалению, только 3. Там какая-то рука, что ли. Сокол. Торс остановил сокол. Вот торс, кажется... Нет, не сокол, а этого друга. Вот сокол. Человек-муравей. Поставим сюда. Потому что у меня здесь... Еще много специалок. Человек-муравей. Агент 13. Соколиный глаз. Соколиный глаз. Специалка. Соколиный глаз. Так, фокусируйся. Железный человек. Одно и то же. Опять Вижн. Чернопантера. Руди. Как вспомнил. Железный человек. Железный человек. Железный человек. Ножки железного человека. Агент Романов. Вижн. Жалко, конечно, части специально нету. Это вот Роуди. Так, это у нас чья-то рука. Ты же 21 сюда влез. Так, составные. Не помню, кто такие. Так, опять Ванда. Тони Старк наконец видит Тони Старка. Это у нас Стив, Роуди, Тони, Гент. Пожимают. А, я, наверное, что-то там этот пока вытаскивала, похудела. Сначала пошла опять. Черная пантера. О, схватили Капитан Америка, обалдеть. Интересно, что он-то такое сделал, что его схватили. Такие специалки. Так, Черная пантера. Или явно Черная пантера.
Одинаковую, что ли? О! Походу, дело на одинаково поменялось. Ну, не одинаково, просто поменялось. Походу, дело... Забыл там его удалить. Мне брат... А мне опять тайку прислали. Еще одна подповторка. Так, где Капитан Америка? Шанс с человеком бороться. Интересно, он у него на луке, что ли, сидит? Так, Роди. А, это этот, кажется, у Капитана Америки часть. Так, она составная. Вот четверная. И у Железного Человека тоже четверная. Короче, где-то там идет. Еще одна четверная. Так, это двойная. Еще двойная. Вау. Двойная. Что-то пошли двойные. Четверная. Двойная. Или нет? Это эски, да, эски. Все. Ладно, за кадром это все вклеим, кучу наклеечек. И потом, что опять я поменяю, там мы посмотрим. Ладно, с вами была Юля, спасибо, что смотрели мое видео. Всем пока. Bye-bye-bye.